Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема здесь заключается в выстраивании общения с вашими вот как раз коллегами. То есть, грубо говоря, ну, как вы выстраивать взаимодействие с ними. Вот. Потому что, судя по тому, что вы пишете, это взаимодействие, мягко говоря, не совсем хорошо складывается, в том смысле, что есть определенные, ну, трудности, есть определенные проблемы, есть определенные ну, препятствия на пути, да? То есть, грубо говоря, вы общаетесь с людьми с позитивом, они к вам, соответственно, они вам завидуют. И я думаю, что важно принять их такую позицию, потому что эта позиция является нормой для этих людей, как, ну, да и, в общем-то, в любой коммерческой сфере эта позиция является нормой. Потому что, ну, коммерция, коммерция, коммерческая, там, где замешаны деньги, всегда есть такая вот борьба, к сожалению, или к счастью, уже не мне решать. И вам нужно для себя определить, пожалуй, вот наиболее важно, для чего вы, вот конкретно вы, для чего вы к этим людям относитесь позитивно. Зачем вы к этим людям относитесь позитивно? Вот. Такая вот здесь история. То есть, ну, для чего вы это делаете? И это очень такой вот важный момент. Если вы это делаете бескорыстно, вот, это одно. Если вы это делаете с какими-то ожиданиями, что это другое, вот. И очень важно в этом как-то вот не путаться. Вот, принципе, то, что можно вам здесь сказать. То есть людей вы не поменяете, а вот свои ожидания от них, ну, вполне возможно. Вот. Такой вот ответ я могу вам дать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.